он сказал: поехали, и взмахнул рукой. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Он сказал: поехали, и взмахнул рукой. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Вот наш. Реклама, реклама. Реклама — двигатель торговли. Якши отель. Вот аккуратно, как у него. Молодец. Молодец, молодец. Реклама. Прячется что-то за свое художество. Вот так у нас. Фиеста, блин. Ну что я могу сказать? Прямой эфир. Аникс. Хуяникс, блядь. Ключ от моего номера лежит. Оставляю, чтобы не потерять. Упаси, Господи. Ну там босс сидит, снимать нельзя. Вон, в окно все видит. А здесь магазинчик. Бизнес. Я даже что-то не заходил туда. Опять жрать? Опять жрать? Вот. Ну и тут хамам есть хороший. Но они не хотят, чтобы их снимали. Ну не хотят, так не хотят. Вот у нас Санталий приехал сюда, очень удобно. Выходишь с автобусика с Анталии, но с аэропорта не ходит, с автовокзала, с ихнего. Вот это здесь везде, по Мукале, куда хочешь можно уехать. Вот такой репортаж. А вы, говорит, нас снимаете? Нет, блядь, самого себя снимаю. Не берет никто только. Все по-русски. Не тратьте. А что не тратьте? Ошибка. Не бросайте, наверное, хотели написать, написали. Не тратьте. Вот так, выход у нас. А что, интернет нормально здесь летает в отеле? Чтобы не послать другу. Вот так мы. Ой, да пидорас, ночью как бы хуйнет. Нет, ночью я им говорю, не надо. Вот, шо, котлетка, яичко, ну какая-то кашица. Вон та картошечка такая вкусная. Это у меня два столика заняты. Здесь сейчас вот солнышко уйдет. И придется сесть сюда. А что, народу нет? Что хочешь, то и делай. Ковры поменять вот эти. Нихуево было. Вон дырки такие. Охуительно. А так чистенько все. Бассейны каждый день, ребята. Бармены очень хорошие. Чистят. Все окна помыли. Вот. И за бассейном смотрит. Ну, мальчишка хороший. Не помню, как зовут. Ну, конечно, вот эти скатерти. Выкинуть уже на помойку давно пора. Вон они это. Или постричь их просто. Взять ножницами, да постричь. Нормально будет еще служить 100 лет. Вот так. Кто скажет, что плохо? Никто. В общем, мрамор натуральный на полу. А где же народ-то весь? Чокнуться можно. Шо, говорит, вы меня снимаете. Да нахуй, кому обосрали, блядь, снимать вас, блядь. Ой. Вот так, по-всякому уже снял. Горы даже сейчас снять надо еще. Да, наверху вон там. Видок хороший. Скучноват. А чё скучноват? Сиди, пил-пей, блядь. Мозги не ебе, бля. Зато здесь. Ну, здесь и не скажешь, что шумно. Вот, наверное, летом вот здесь можно пить тоже. Классный кабак. Да, летом. Зимой, говорит, не работает. А только вот кран стоит, все стоит. Прикольно. Вот такой отель у нас. Придорожный, можно сказать. Бездорожный, блядь. Где же народ-то? Все игнорируют. Ну ладно. Меньше народа,
больше кислорода.